fruit murakami if you we have fruit murakami. Сегодня день, когда завтрак перед кофе, а не наоборот. Крайняя редкость. Делаю это утро. Нарисовать приглашение, которое вчера вечером мне просто не было сил сделать никак. Я часто делаю всякие приглашения на разные тусовки и события, и мне это очень нравится делать. Но когда это доходит дело до моего праздника личного, я в тупике. Я не особо знаю, что делать. У меня была одна идея, а еще я ночью сегодня проснулась, и у меня было ощущение, что у меня поднимается температура. Так, я давно не пугалась, потому что я, мне кажется, еще никогда в жизни не болела в день рождения. Тьфу-тьфу-тьфу. Платье нашла на свопе, и я думала даже, может, днем на день рождения быть, но я понимаю, что это все-таки не то. Это не деньрожденческое платье, это платье для нарядной повседневности. Вот. И я не хочу бояться быть такой яркой и нарядной повседневности, потому что я сейчас наделась, мне нравится, но я понимаю, что, блин, может, как-нибудь все-таки более строго, может, как-нибудь более серьезно по-взрослому одеться. How cool I am? What the fuck? Откуда в моей голове все эти мысли, которые останавливают меня от того, чтобы делать то, что я хочу? Ты попросила сиропчик у меня туда. Мне. Есть гениальная идея. Сделай так же, я буду вот так делать, и мы потом просто в фотошопе, типа, сейчас сделаем, ты поставишь, я вот так, да. Uh-huh. Мы сделаем раз фотку, потом я уберу руку, mm-hmm. сделаем фотку два, и уберем часть моей руки, чтобы ты у меня буквально вот так вот в руке держалась. Так, допустим, кадр раз, кадр два. Да. Раз, два. Все, супер. Мы возвращаемся за голубым платьем. Теперь мне его нужно найти, потому что... Его вчера не было. Его нужно немножко пошить.
Я пришла домой, и я просидела 2 часа в телефоне. Просто не вылезая, просто вот так вот. Я понимаю, что это мой механизм для разгрузки, для отдыха после оверстимуляционного выхода из дома, плюс мы выпили немножко вина. Но мне грустно, что это телефон, но мне грустно, что у меня нет других инструментов, чтобы отдохнуть, чтобы прийти в себя после насыщенного дня. Ну да, платье найдено. Получается, в следующие пару дней мне нужно понять, что я хочу именно в свой день рождения, праздновать, как его с друзьями, какие увеселения у нас будут и так далее. А сейчас я буду пить мою любимую кока-колу, которую перестали продавать в баночках. И позанимаюсь монтажом. Отличный день, отличный день. Мой бойфренд сейчас на концерте The Antwood, и я очень за него рада, потому что я не фанатка этой группы, я ее никогда не слушала, и мне кажется, так важно, когда в отношениях вы можете... Я учусь принятию этого, потому что это очень... Это ключ к успеху отношений, один из. Когда вы можете порознь жить эту жизнь, круто и классно, и увеселительно, и то, что он без меня сейчас там развлекается и танцует, и хорошо проводит время, не значит, что я должна грустить, или что это забирает веселье из наших отношений, или еще что-то. Я помню, были пара ноток, я почувствовала, когда он сказал, что он хочет на этот концерт, и я понимаю, что я не пойду на этот концерт. У меня была мысль пойти только ради того, чтобы пойти с ним, а потом я такая, окей, а зачем мне идти, если я не люблю эту группу, я их не знаю, я буду просто стоять вот так вот. Сейчас я не чувствую ничего, ни капельки грусти, ревности, досады или тревоги о том, что он сейчас без меня веселится где-то там, потому что у меня тоже есть свое увеселение, которое я делаю без него, у нас есть совместное увеселение. И да, все круто, классно. А потом приду вечерком, и, наверное, может быть, с Полиночкой, с бабушкой. Ага. Так, это вечернее чтение «Соляных луз», точнее, ночное. Я приучаю себя читать перед сном. И сейчас я читаю «Хрупкие люди». Эту книгу мне дала моя терапевтка. Еще год назад, как летнее чтение. Я читаю это летом просто следующим. Эта книга никак мне не давалась, я никак не могла найти на нее ни силы, ни времени, ни желания. А сейчас я поняла, что время пришло. Пару дней назад я также закончила читать Патти Смит «M-Train». Это было просто чудесно, грустно и вдохновительно. Вот. Я читала параллельно вот с этой. То есть я миксовала приятную литературу, которую хочется смаковать, на тему которой не хочется сильно думать, ты просто ее чувствуешь. Что касается этого, тут есть упражнение, тут есть над чем подумать, тут есть о чем посмотреть в никуда, просто проматывая всю свою жизнь в своей голове и понимая, где ты накосячил. Одно из самых сложных заданий для меня было это выписать 20 своих достижений. Вы скажете, что сложного, а потом вы подумаете о своей жизни, когда вам всего 20 с чем-то или еще меньше, и поймете, что не так уж и много у вас достижений. И не потому, что достижений в вашей жизни нет, потому что больше вероятность, что вы обесцениваете себя настолько, что даже если вы чего-то достигли, вы не считаете достижением. А достижения нужно было выписать для того, чтобы понять вообще степень своего нарциссизма. И не того нарциссизма, о котором мы подумали, а дефицитарного, коим я владею просто мастерски. Я просто зачитаю вам, что делает нарцисса дефицитарным. Какие веры? Он ощущает себя пустым. Он обесценивает то, что помогло бы ему почувствовать себя ценным. Ставит перед собой недостижимые идеалы. Не может насытиться никакими достижениями, потому что они всегда не дотягивают. Охвачен тревогой собственного несоответствия и ущербности, отказываясь видеть то, чем владеет. Не может испытывать удовольствие от своей жизни и удовлетворение от того, что делает, и страдает от скуки, бессмысленности и безнадежности, так как не может сделать всю свою жизнь интересной для себя самого. Окей! Да, это приключение, которое явно меняет мою жизнь и мой взгляд на мою жизнь в лучшую сторону. Я стараюсь больше не относиться к себе так требовательно и так жестоко, как я это делала всю свою жизнь. «Хрупкие люди», Юлия Перумова.
Давай, Сабрик.